Всем привет! Меня зовут Ирина, я из Санкт-Петербурга. Я принимала участие в марафоне по обучению игре на фортепиано-синтезаторе в ноябре-декабре 2013 года. Инструмент, на котором я играла, это синтезатор Yamaha, довольно старенький, ему уже 5 лет. И все эти 5 лет я делала попытки все-таки его освоить, научиться как-то его использовать. К сожалению, попытки не приносили никаких результатов, потому что гаммы это было слишком неинтересно, скучно. Разучивать песни это было сложно для меня. И, собственно говоря, мотивации никакой не было. Поэтому все мои попытки чему-то научиться, они не приводили никаким результатам. Поэтому я с удовольствием вписалась в марафон, когда о нем узнала. И те результаты, которые я получила, они меня очень устраивают. Я очень довольна тем, что случилось со мной за эти 2 месяца. Прежде всего, конечно, 20 песен разучены. Естественно, что если не повторяешь, то немножко теряется навык. Но я ради эксперимента периодически залезала в старые песни. И действительно, очень быстро все вспоминается. Ты 1-2 раза сыграла медленно, потом уже ты как будто бы не забывала ее. Вот. То есть они на самом деле откладываются в пальцах где-то. И я считаю, что мой багаж на данный момент это 20 песен, 20 детских песен, на которые я умею играть. Очень здорово построены были занятия, песни были подобраны от простого к сложному. Первые песенки были достаточно простыми, они завлекали в процесс, и дальше уже было неудобно разучивать хуже. Вот, естественно, что это приводило к тому, что был прогресс, были результаты. А последние песни, они действительно очень сложные, с использованием диезов и бемолей, с использованием стаккато и легато, о которых нам тоже Александр рассказывал на занятиях. Мы отрабатывали эти техники. И если бы я, наверное, увидела такие песни в начале марафона, если бы мне кто-то сказал, что я их буду играть, я бы не поверила, я бы посмеялась. Вот. А действительно, действительно сложные ноты, все получалось, все было замечательно. Я считаю, что это прямая заслуга Александра, который и объяснять материал умеет, и хорошо подает. И программа, которая была нам предложена, она здорово помогала разучивать какие-то сложные места, там, где надо было быстро что-то играть, помогала с подбором правильных пальцев. В общем, замечательная программа. Мне очень понравилось ей пользоваться. Что еще было здорово в марафоне, что мне очень понравилось? Это, конечно, то, что все публиковали свои отчеты, и в том числе видеоотчеты. Можно было посмотреть, кто как играет, у кого получается получше, и зарядиться позитивом, зарядиться позавидовать по-хорошему, в следующий раз позаниматься получше. Вот. Можно было посмотреть, что кто-то играет хуже, порадоваться за себя, что вот у тебя получилось лучше, там что-то, что ты лучше что-то понял. Вот. Интересно то, что можно было проходить практически на любом уровне игры. Я как новичок, естественно, все разучивала правой рукой, левую руку практически не разучивала, иногда ее проигрывала. И несколько песен у меня записано 2 руками. Там, где действительно у меня получалось, где было легко, где я могла побольше времени потратить на занятия. А те, кто после музыкальной школы давно не играли, например, у тех действительно тоже был прогресс, но на своем уровне. То есть они могли эти песни разучить и там 2 руками с басами, 2 руками с аккомпанементом, и какие-то аранжировки сделать. Тоже Александр все показывал, объяснял, куда смотреть и как это делать. И здорово, что действительно теории, в принципе, было немного, но она была самая важная, вот то, что надо было для разучивания конкретной песни. Как я уже говорила, Александр давал конкретные техники игры, подходящие для этой песни. И это замечательно, что вот коротко и все по делу. К сожалению, где-то в середине марафона немножко пропал интерес, было тяжело, не было времени и практически слилась. Но вот
опять же, это грамотно построенное, я считаю, занятие. То есть было, сначала было сложно, было как-то непонятно, что-то не получалось, но потом вроде полегче стали песни, и вроде снова возник интерес, снова пошло дело, и я уже сказала себе: «Ира, ты дойдешь до конца, тебе это надо». Вот. И действительно, нечеловеческими порой усилиями воли я справилась. Вот. И, конечно же, буду продолжать, потому что приятные бонусы в виде 10 дополнительных песен, они меня ждут уже, я надеюсь. Вот. Ну и другие призы, конечно, тоже помогут вот эту мотивацию на занятия поддерживать. Поэтому спасибо большое, Александр, спасибо большое команде за такой замечательный марафон. Я очень довольна своими результатами и всем могу его рекомендовать.